Итак, дегустация физалиса. Вроде как он испанский, да? Точно. Упакован вчера в местном магазине. Вы, наверное, спросите, а где же пиво? На ночной дегустации у тебя всегда же пиво. А вот я решил никогда не пить. На меня там повлияли, я, конечно... Конечно же, мне не сказали, что вот, ты там не бухай, там, трезвый, ЗОЖ, одно здоровье, так. Нет, мне так не сказали. Я просто посмотрел и сам все понял. Респект тому чуваку, да? ЗОЖ, одно здоровье. И теперь даже маргинальная дача хмырей будет трезвой, короче, это вообще жесть будет. Там надо трешак творить какой-нибудь, хотя бы частичный. А мне надо будет. А мне надо будет это на трезвую голову все делать. Хотя я на трезвую голову сам себя не выношу. Именно поэтому я что-то и выпиваю хотя бы минимально. Но теперь только по праздникам вообще. И не буду по дням граненого стакана. А вообще только на каких-нибудь встречах или еще где надо, типа. Где принято. Ладно, поехали физалист открывать. Опа. Да вот же он, физалист. Смотрите какой. Вот это вот закрытенький возьмем. Вот такой. Вот какой. На даче такой рос. Во, когда-то. Только он не вырастал нифига. Он ядовитый вроде как, когда недоспелый, так что рискуем по полной отравиться. Но вот с такого объема даже ядовитого физалиса, короче, не отравишься нифига. Давайте, короче, вот так сделаем. Один физалис расчленим. Чтобы это самое, посмотреть, что там внутри. Не буду же я на видео его кусать. Так, вот ягоды. Как помидорка, черри только. Или как вишенка. Но желтая такая, короче. Так, тут все сухое, она вон липкая вся. Чё же у нее внутри? Давайте сейчас разрежем, сейчас поглядим. Так, разрезать значит. Смотрите, много семян, достаточно много семян. Запах такой идет. Ну, я даже не знаю, как описать запах-то. Блин. Запах чего-то цветочного, короче, и все. Так, пробуем на вкус. Что это вообще такое? А на вкус очень прикольно, кстати. Напоминает помидорку. Она напоминает помидорку, короче, да? Я уж говорил, повторяюсь. Напоминает помидорку, только более сладкую, намного такую. Блин, как же это объяснить-то? Это надо пробовать. Всем, короче, рекомендую. Увидите в магазине такую фигню. Обязательно попробуйте. Обязательно, потому что это вообще... Это даже не 5, это 6 из 5. А может быть даже уже и 7. Ты вообще закачаешься. 80 рублей своих стоит, да?